Друзья, привет! Давайте сразу по звуку определимся, да, обратную связь. Скажите, как меня слышно? Громко, тише сделать, не фонит, не шумит. Хорошо все, да? Спасибо. Всем здравствуйте, всем добрый вечер по Москве и вообще доброго времени суток всем, кто пришел сегодня на вебинар. На вебинаре уже почти 100 человек. Очень мне это нравится. Сразу поставил слайдик с фотографиями. Буквально недавно вчера-позавчера прошли замечательные встречи с нашими суперспонсорами, которые прибыли в Санкт-Петербург, и мне посчастливилось участвовать в этих встречах. И посчитал нужным афишировать эти фотографии, наши веселые, такие классные. Вот. Для тех, кто меня не знает, я представлюсь. Меня зовут Игорь Юняев. Я менеджер компании Oriflame. На данный момент мой уровень 18%. Вот. Здесь на слайдике я тоже с руководством компании на одном из мероприятий, которые проходят постоянно. Да, для тех, кто не знает, у нас всегда-всегда проходят какие-то мероприятия. Дарья, перезайдите в комнату, если не слышите, или одевайте наушники, или делайте погромче. А проще просто обновите страничку. На сегодняшнем вебинаре я расскажу вам, в чем суть бизнеса. И отвечу еще на несколько вопросов, связанных с этим вот всем делопроизводством нашим. Итак, я думаю, что для вас, для всех не секрет, что интернет сейчас находится на такой стадии, да, что если использовать сам интернет как средство коммуникации, то можно добиться очень серьезных успехов как в бизнесе, так в принципе и в других делах, связанных с распространением информации. Да. То есть мы используем интернет как средство коммуникации и достаточно успешно. Наша команда продвижения, она самая быстро растущая в России, да, и самые высокие звания на сегодняшний день в команде продвижения. Для вас, я думаю, не будет секретом, что 85 российских интернет-пользователей делали покупки в интернет-магазинах или просто в интернете, да, а 43% из них делают это как минимум ежемесячно. Ну, статистика сейчас уже более выше, да, цифры более выше. Я так вообще считаю, что как минимум 60% населения вообще России, да, да и мира, наверное, все-таки, пользуются интернетом в полную силу, да, и покупают, то есть что-то покупают, что-то оплачивают. То есть интернет, в принципе, сейчас незаменим. Если у обычного статистического человека, россиянина, отключить интернет на сутки, да, это уже головная боль, это уже проблема, да, это уже недостаток информации. Вот представьте, вот у каждого, там, допустим, из вас сейчас выключить интернет хотя бы на неделю. Как вам будет некомфортно, правильно? Потому что интернет нужен всегда, интернет нужен везде. И наша команда использует интернет как средство коммуникации для развития своего бизнеса и достаточно успешно. А предлагаем мы вам, ребят, следующее. Мы предлагаем вам запустить международный бизнес без вложений под ключ на весь мир. Так как наша компания сотрудничает, так как наша компания находится в 67 странах мира, и компании почти полвека. Я думаю, что только два этих показателя уже дают представление о том, какая стабильность нашей компании, да, и какие перспективы вообще. Полвека непрерывного роста сравниться с этим, в общем-то, не может ни одна сетевая компания, хотя есть конкуренты, но конкуренты, в принципе, позади компании Oriflame в любом случае. Но мы онлайн-проект продвижения, мы сотрудничаем с компанией Oriflame. Конечно же, выбирали мы эту компанию, и не просто так выбирали. И самая лучшая компания на сегодняшний день, на сегодняшний момент – это компания Oriflame, потому что все самые шоколадные плюшки, которые есть в компании, о них я вам расскажу позже, да, они самые лучшие, самые крутые. То есть в компании есть деньги, в компании можно заработать очень серьезные деньги, и на сегодняшний день, на сегодняшний вечер, да, в ближайший час я буду рассказывать вам о том,
какие деньги здесь можно заработать, как можно заработать, что для этого нужно сделать, что, в принципе, вы будете иметь в результате проделанной всей вашей работы, да? Чем вы будете вознаграждены за свою работу, да, за свой труд, за свое потраченное время. Наше предложение подходит, в общем-то, любому человеку. Любой человек, имея от 3 часов свободного времени в день или в сутки, да, можно даже сказать, может развить свой собственный бизнес под ключ дома, у себя дома, используя свой дом как свой офис, в принципе, особо не напрягаясь. В общем, совмещая также с учебой, это подходит для студентов. Это подходит для девочек, которые находятся в декрете, да, для мам, которые ухаживают за ребенком. У нас их очень много в команде, сотни, наверное, уже, да, девчонок, которые добиваются успехов, которые уже добились серьезных результатов и добились серьезных зарплат. Выплаты превышают, ну, вообще речь идет о сотнях тысяч рублей на самом деле. Но для начала, да, мы выходим на уровень директора, и наша зарплата в 3 недели составляет 40 тысяч рублей ориентировочно. 30-40, да, у кого-то 25, все зависит от вашей активности. А дальше уже вы развиваетесь уже как снежный ком, да, все ваша структура развивается, и позже я буду об этом рассказывать. Свободное время, то есть просто, если у человека есть свободное время, реально запустить свой бизнес под ключ с нашей командой. Также для пенсионеров это очень замечательный вариант для развития своего собственного бизнеса. У нас есть люди, которым 40 лет, которым 50 лет, которым 70 лет, и они доходят до директора. Да? Есть такие даже видеоролики с грандиозных наших мероприятий, где 70-летние добиваются серьезного успеха. То есть, к чему я все это и веду изначально, да, что наше предложение подходит, в принципе, для любого человека. Все зависит только от вас, да, как в песне поется. От вашей активности, от вашего стремления трудить для себя и на свой личный серьезный результат. Ребят, давайте я буду вам рассказывать. Я все равно понимаю, что здесь очень много новичков, да? Скажите, новички есть, которые первый раз на вебинаре? Поставьте плюсики, кто пришел на наш вебинар первый раз, чтобы понимать статистику мне для себя. Вот. И если у вас есть огромное желание, вы можете задавать, отлично, очень много, уже много, да, плюсов. Классно. Обожаю, когда на вебинар приходит много новичков. В принципе, вы можете в процессе нашего монолога с вами, да, давайте сделаем так, будем вопрос-ответ. Вы можете задавать вопросы, а я буду постепенно отвечать, да, перерывах между блоками, да, там по 2-3 минутки буду тратить на ответы на ваши вопросы. Потому что просто вещать в одну сторону, это, конечно же, хорошо, но я хотел бы поработать с залом, да, хотел бы поработать с вами, потому что знаю, что у вас, скорее всего, сейчас по ходу вебинара будут возникать очень важные вопросы. На многие из них я отвечу сразу, да, вы даже не успеете их задать, а на некоторые я отвечу по ходу, да. Мэри Кей, да ничем не лучше, мне не нравится маркетинг-план Мэри Кей, совершенно не нравится, потому что там нет таких шоколадных плюшек, а я вам сейчас расскажу про то, как компания заботится о нас и какие нам предоставляет вообще ресурсы для отдыха и для сотрудничества. Amway тоже. Amway – это единственный конкурент нашей компании, но, я же говорю, все зависит от маркетинг-плана. Нужно просто вникнуть в маркетинг-план и понять, где выгоднее сотрудничать, с кем выгоднее сотрудничать. Я, изучая маркетинг-планы компании, понял, что самое лучшее – это компания Oriflame. Вначале я уже сказал, да, как минимум то, что компания почти полвека, и то, что она распространена в 67 странах мира, это уже классно. То, что косметика нравится или не нравится, дело вообще, понимаете, мы вас, в общем-то, не на косметику приглашаем. Понимаете, в нашем бизнесе очень много мужчин. Как вы думаете, они на косметику пришли? Совершенно не на косметику. Мы пришли строить бизнес, мы пришли зарабатывать серьезные деньги.
Сразу здесь золотых гор вам никто не обещает, никогда не пообещает, да, ни один консультант компании Oriflame, ни один директор вам не скажет, что приходите к нам, я вас золотом осыплю. Нет, здесь для того, чтобы заработать, здесь для того, чтобы создать свой серьезный бизнес, построить, нужно потрудиться. Нужно вложить время, мозги, знания, нужно вырасти головой, обучиться, обучаться долго. Понимаете, я, в принципе, сам провожу такие вебинары, да, периодически. Поначалу, первые полгода я проводил эти вебинары чуть ли не каждый день для всех. Но сейчас немного реже. Но скажу сразу, я хожу на все вебинары, когда у меня есть возможность. То есть, если я могу целый день прийти на все 5 вебинаров, а у нас проходит 5 вебинаров онлайн каждый день. Каждый день, заметьте, бесплатное обучение для вас, ежедневное, да, и 5 раз в день, выбирая комфортное время, вы можете обучаться. Я хожу на все вебинары. Вот хожу. Вот в чате часто пишу своим, что кто-то пишет, да что там, я уже там все знаю, я уже все видел. Ну, в принципе, я тоже все знаю, все видел. Вот сижу спокойно, вещаю, рассказываю про это. Вот ходил, на 18% вышел. Сейчас еще немножечко похожу, сам попровожу, на директора уже выйду, да. Кстати, можете меня поздравить, едем на банкет директоров, буквально завтра уже выезжаем в ночь в Москву. Будут грандиозные мероприятия у нас, то есть началось. Я в прошлом году, в августе месяце, даже не мог мечтать, что я попаду на такие грандиозные мероприятия от компании Oriflame, которую она для нас устраивает. А уж тем более, что я поеду на банкет директоров. Вот, так что ждите фотоотчеты, видеоотчеты. Будет вообще супер, на самом деле. Со спонсорами встречались, готовится грандиозное что-то. Грандиозные мотивационные мероприятия будут. В общем, 11-го мы в Москве, и до 15 числа все эти дни будет вот такой круговорот очень классных суперсобытий, да, там мегафорум будет, вы знаете, да, какой обалденный просто. Если кто сейчас не понимает, о чем я говорю, гуглите YouTube, смотрите видеоролики, я вначале ставил, да, про мегафорум, он вообще класснейший мегафорум будет, очень обалденный. Да и вообще любое мероприятие, которое компания для нас сделает, это нечто. Даже не знаю, с чем сравнить, потому что аналогов, в общем-то, в мире и нет. Если вас везут, если вас компания повезла в путешествие, то это самое классное путешествие, это самые дорогие отели, это самые крутые, самые такие дорогостоящие курорты мира. Да? То есть, понимаете, компания продумывает вообще все до мелочей для своих сотрудников, для своих консультантов, директоров. Вот. Давайте отвечу вам на вопрос, почему я выбрал компанию Oriflame. Многое я уже вам сказал, почему. Потому что это очень надежная компания на самом деле, для тех, кто не понимает. Самое главное преподнести человеку, грамотно рассказать о возможностях в этой компании. Тогда глаза открываются, и многие просто говорят, а что же вы не кричите на каждом углу о таких возможностях вашей компании? А мы, в принципе, кричим, насколько можем, мы кричим, просто нас не все готовы услышать. Не все доросли до того момента, чтобы принять эти возможности, поверить и начать развивать бизнес с командой продвижения и с компанией Oriflame. Ребята, это легальный прозрачный бизнес. Абсолютно легальный, абсолютно прозрачный, чистый бизнес. Очень благородный бизнес. На самом деле здесь нет такого, как в традиционном бизнесе у нас, да, где нужно схитрить, где нужно что-то намудрить, кого-то как-то, может быть, обмануть, обойти, чтобы заработать серьезные деньги. Да. И о более серьезных вещах уже, о негативных, да, не буду здесь распространяться, что происходит, допустим, в традиционном бизнесе. Вот. В нашем бизнесе все честно, легально, прозрачно. А самое классное, что ваш бизнес находится в кармане или в ноутбуке. То есть вы, Дарья, я очень рад за вас, регистрируйтесь в компанию, обращайтесь к человеку, который вас пригласил, и делайте с нами бизнес, и у вас все получится. Давайте так, нет финансовых вложений здесь совершенно. То есть вы приходите в компанию, это в общем-то единственный шанс для человека начать свой бизнес, развить свой бизнес, не вкладывая ни копейки денег вообще. Вы пришли, создаете свою структуру, пользуйтесь продукцией по мере возможности, да, и выполняйте определенные условия, они совершенно не сложные, да, о них я буду рассказывать далее. Вот. И все, и ваш бизнес развивается. Просто делайте то, о чем вам говорят. Учитесь, обучаетесь, растете головой, растете в бизнесе, и через
9-8 месяцев, как я, на 18%. А, в общем-то, у нас есть люди, которые за 2 месяца выходят и за полгода выходят на директорский уровень. Так что все зависит от вас, от вашей активности. Как вы подойдете к этому бизнесу, как вы решите строить свой бизнес, как быстро вы захотите добиться успехов, какие цели вы перед собой поставите, долгосрочные, краткосрочные, пропишете ли вы их на бумаге. Кстати, недавно вот вычитал, а не то, что вычитал, да, я, в общем-то, не знал о том, что 3% людей в мире записывают свои цели на бумаге. И эти 3% имеют 80% всех денег на земле. Понимаете, то есть если вы грамотно подходите к своему бизнесу, очень грамотно, чему мы вас обучим? Нас обучают очень классные специалисты, и бесплатно причем. Каждый день в режиме онлайн. Вот. И, в общем-то, если вы готовы идти на результат, то у вас все получится. Здесь не может не получиться. Есть такие возражения, я даже уверен, что кто-то хочет написать, а вдруг не получится? Ребят, получится, если вы будете делать. Здесь есть одно важное слово – делать. Каждый день что-то делать. Делать, делать, делать. То, что вам говорят, тому, чего вы научились, и тогда у вас все получится. Если вы ничего делать не будете, есть у меня такие тоже консультанты, которые мне пишут, у меня не получилось, я не сделал. Я начинаю разбираться, а что вы сделали? А в итоге, в принципе, получается, ничего не сделали. Или действий было очень мало. Если вы готовы трудиться, если вы готовы развить свой бизнес, если у вас цель – да любая цель, купить квартиру, купить автомобиль, не знаю, обеспечить маму, обеспечить детей, все это реально. Ставьте цель и вперед, как говорится. Я в свою очередь 8 месяцев назад поставил себе такую цель, и в общем-то все, что я запланировал, у меня почти что получилось. Да? Где-то больше, а где-то меньше, но итог один. Никакого подвоха здесь нет, все очень классно, красиво. И на самом деле, вот вчера, говорю, познакомился со спонсорами, это супер, это очень приличные, классные люди, очень грамотные, умные, и есть чему поучиться у них, просто каждая встреча, она, как сказать, она бесценна, да, бесценна в плане информации, да, та информация, которая закладывается в голову в эти моменты, она, ее, в принципе, больше нигде не взять, только общаясь вот с такими классными спонсорами, как наши. Я говорю про Алену, про Ивана Родионовых, я говорю про Рому Крафта, я говорю про Ольгу Кибис. Это люди, которые наши вышестоящие спонсоры, и они ведут нашу команду вперед, и мы развиваемся очень стремительно. Честно говоря, нам многие завидуют. Нашей команде продвижения завидуют многие и стараются к нам зарегистрироваться, чтобы так же быстро вырасти и так же быстро добиться успеха. В принципе, милости просим, никому не отказываем, и, конечно же, чем больше народу в нашей команде, тем лучше всем, потому что мы все взаимосвязаны, да? Тут взаимовыгодное сотрудничество. То, что легальный прозрачный бизнес сказал, финансовых вложений нет совершенно никаких, выделил красным, да, вот три пунктика, да, которые мне просто понравились, и тут прецедентов нет никаких, бизнес передается по наследству, 17 зарплат в год, это классно вообще. Где такого еще взять, и сейчас дальше расскажу. Смотрите, а по продукции, допустим, да, ну не знаю, я пользуюсь продукцией компании Oriflame, не знаю, как это делают другие. Многие, наверное, скажут, что продукция компании Oriflame не очень, многие наоборот, кто попробовал, скажут. А я скажу просто, в разработке продукции компании Oriflame принимают участие нобелевские лауреаты. Представляете, какие умы разрабатывают ту же самую косметику, те же самые средства гигиены. И кто говорит, что это продукция невысокого качества, они просто ошибаются, потому что они не знают элементарной информации, они элементарного состава даже не знают той продукции и как она производится. Да, более 100 ученых в компании производят эти продукты. Продукцию Wellness я и пользуюсь с огромным удовольствием. Витаминная культура должна присутствовать, да, и витамины очень хорошие. Да, на самом деле продукция обалденная. Продукцию рекламируют звезды. Не просто рекламируют, а пользуются ей. Да и по продукции, в принципе, можно вообще проводятся отдельные вебинары. На самом деле, кто послушает хотя бы один вебинар, начинает понимать, насколько это классная продукция. Плюс всего вот этого, всего вышесказанного, да, это низкие цены. А
И еще ниже цены для самих консультантов компании. То есть мы приобретаем продукцию для себя со скидкой от 18%. Сейчас у нас идет программа «Вау, лето». Там скидки получаются от 28% и до 80% там доходят. То есть есть продукты бесплатные по программам. Да, дальше я вам расскажу. То есть на самом деле для консультанта Oriflame приобрести продукцию не стоит таких великих денег. И вообще продукция недорогая. Она намного ниже, да, там самое что-то дорогое, там 1200 стоит там набор какой-то, да, в отличие от других компаний, где по 3, по 4, по 2500, да, там наборы космические всевозможные стоят. Ребят, вам будет засчитываться трудовой стаж. Я сказал, что это легальный бизнес, и он еще и официальный. У вас будет трудовой стаж, у вас будут отчисления в Пенсионный фонд России. Это нормально, это совершенно нормально, потому что, смотрите, вы же будете... Дают заказ на реализацию при желании, Арчи, можно там все это оформить, да, там кредит определенный. Но я не советую пользоваться кредитом никому, это только в крайнем случае. Почему легально и почему засчитывается трудовой стаж? Потому что вы будете сотрудничать с компанией Oriflame, да, все финансовые отношения будут как с индивидуальным предпринимателем. Открыв ИП, вы не официальное юридическое лицо, да, вы не юрлицо, вернее, вы физическое лицо, и в принципе единственный хороший жирный плюс здесь, что вы будете платить всего лишь с ваших доходов 6%. 6% плюс отчисления в Пенсионный фонд России. Вы и так их будете платить на любой наемной работе, на любом наемном труде. И причем не 6%, как минимум 13% подоходного и все остальные сопутствующие. Там, если посчитать, до 50% доходит отчислений. Конечно, где-то работодатель платит, где-то работодатель платит с ваших денег. Но суть-то одна, то что выплаты намного больше на наемном труде, чем ежели вы индивидуальный предприниматель. Вот. Ну и плюс, конечно же, у вас практически полный соцпакет, да, так как вы индивидуальный предприниматель, у вас там вы элита, можно сказать так. 17 зарплат в год. Почему мы говорим, что 17 зарплат в год? Смотрите, у нас каталожный период 3 недели длится. То есть каждые 3 недели выходит новый каталог, каталог закрывается, через 4 дня, через 5 дней приходит зарплата вам на счет, на личный счет в банке. Каждый день без задержек из года в год, из месяца в месяц на протяжении почти уже полувека. Да? Ну, в России компания 20 лет, поэтому, скажем так, 20 лет в России вот без задержек. Да? Ни одного судебного иска по этому поводу не было о невыплатах компании. То есть компания ведет себя очень лояльно. От компании происходит такая помощь, вы просто не представляете. Да, дальше я буду рассказывать, но все равно всех шоколадных плюшек, которые есть в компании, я вам не расскажу. Вот, до конца, да, слишком много времени на это нужно. Но основное расскажу. И компания, тем более уж выплатить зарплату вовремя, да, для компании не составляет никакого труда. А почему у компании так много денег? Вам нужно просто будет почитать определенную литературу. Да, как минимум 10 уроков на салфетках. Есть такая книга очень замечательная, вы ее прочитаете. То есть, почему каждые 3 недели зарплата, почему 17 зарплат в году, вы поняли, да? Каждые 3 недели у нас каталог. То есть, не 12 зарплат в год, а 17 зарплат в год. Плюс премии. Премии очень большие. Тысячами долларов они исчисляются по достижении вами уровней. Да? Как только на новый уровень выходите, 1000 долларов, 2500 долларов, 3, 4 тысячи, 6 тысяч долларов на бриллианте, да, у вас есть такие премии обалденные. Дальше расскажу еще вам про программки. Смотрите, Наталья, по вопросу, Игорь, вы уже открыли ИП или нет? Я ИП еще не открыл, не вижу в этом пока никакой необходимости. Я просто создаю сейчас свою финансовую подушку. Мои средства копятся на счету компании. Это надежнее, чем швейцарский банк. Вот, со счета они никуда не денутся. Я хочу накопить серьезные суммы, как это делают мои предшественники и вышестоящие спонсоры. Суммы примерно при открытии ИП достигают 200 тысяч, 300 тысяч, 150 тысяч, у каждого по-разному. Да? Но мы стараемся эти суммы не афишировать, потому что нам многие люди просто не верят. Когда вот мы говорим зарплату 25 тысяч, да, верят и идут к нам.
И отлично, идут на 25 тысяч, только потом глаза раскрываются, и люди понимают, какие деньги они могут здесь заработать. Предела-то нет, в принципе, потолка. Вы можете миллион заработать при желании, если хотите. Можете не останавливаясь, просто трудиться, трудиться, развивать свой бизнес и дойти до миллиона, до двух, до трех. Это все реально, это все нормально. Таких людей очень много в компании. Можете остановиться на 30 тысячах, да, пассивного дохода и не заморачиваться более, да, создать для своего ребенка и подарить по наследству номер, да, и пусть ребенок ваш каждые 3 недели получает 30 тысяч, допустим. Все зависит от вас, как хотите. Так вот, открывать ИП необходимо при достижении уровня 22% примерно. Или при выходе на директор. Ну, это есть уже директорский уровень, да, 22% старший менеджер и открытая квалификация директорская. То есть, вот, я думаю, что при выходе на 22% пойду себе спокойненько уже открою ИП и получу первые свои деньги. Обязательно запишу это на видео, выложу на общее обозрение, чтобы для неверующих, так как делают наши вышестоящие спонсоры, опять же, да, таких роликов уже много. Многие уже получили деньги, засняли это на видео и показали всем, да, для неверующих обычно. Зарплату, Дарья, так, как начинает получать зарплату в компании, с какого этапа работы? Дарья, зарплату вы начнете получать практически сразу. То есть деньги на счет вам будут поступать сразу по достижении вами уровня. То есть мой первый доход был 0 рублей. То есть вот я пришел работать в компанию, у меня не было вообще зарплаты. Первый каталог, потому что я ничего не делал. Я только вникал, как-то соображал, понимал. В общем-то, и особо даже не собирался здесь находиться и трудиться, потому что сути не понял сразу. Вот. А потом, когда я разобрался, я начал трудиться, я сразу в первом каталоге вышел на 9%, и моя зарплата составляла первая почти 1400 рублей. Вот. Сейчас она колеблется от, скажем так, ориентировочно 10 тысяч, 13 тысяч. Было вот как 13 тысяч, да, все зависит от вашего осознанного товарооборота вами. Но она копится, вот при выходе на 22% зарплата должна уже быть от 20 тысяч примерно вот так. Галин, какие условия наследнику надо выполнять, чтобы пользоваться капиталом? Да, в принципе, никаких условий не надо выполнять особых. Да, пользуемся продукцией. Если ваш наследник будет развивать дальше бизнес, да, то просто также пройдет обучение в компании, вот, и просто будет развивать дальше и увеличивать свой доход. Особых таких каких-то жестких условий нет. Компания очень лояльна, здесь нет никакого подвоха. А если вы захотите передать бизнес по наследству, вы просто подарите свой номер своему наследнику и все. Даже родственнику, неважно там ребенку, вы можете передать, в общем-то, любому человеку, родственнику, слово так. Я в компании, сколько я в компании? В компании я почти 9 месяцев. Про балловые заказы, Галина, я сейчас позже расскажу. Это определенные условия для получения дохода. Они есть везде, в любой сетевой компании. Вот. Но все лояльно. Понимаете, вас здесь никто не заставляет продать сегодня на 10 тысяч, иначе завтра вы не получите свою зарплату. Здесь такого нет. Здесь есть определенные условия, но с определенного уровня. Вот дойдете до 9%, да, уже обучитесь, уже команду создадите, да, команда окрепнет, товарооборот ваш будет, и там будут уже определенные условия. В принципе, их можно и не выполнять. У нас есть люди, которые до директорского уровня доходят и не выполняют условия, и ничего с ним не происходит такого особенного. Так, про участие в банкете директоров. Я уже сказал в начале, да, банкет директоров для каждого человека по достижению уровня директора. Компания раз в год в гостином дворе, возле Красной площади, да, кто не знает, в гостином дворе была инаугурация Владимира Владимировича Путина, да, по телевизору показывали, все видели, какой это прекрасный зал, огромнейший, да. И вообще это очень светское, классное, дорогостоящее мероприятие. Компания устраивает его один раз в год для своих директоров. Да? И по достижении этого уровня, конечно же, вы получите приглашение на такой банкет, признание, там звезды, там награждение. Ну, очень классно. Да? Скоро будет отчет, да, по этому банкету директоров 2015 года.
Так, про путешествия, ребят. Про путешествия, в общем-то, я вам сказал, да? Путешествия в экзотические страны за счет компании. Компания 3 раза в год, все зависит от вашего уровня, да? Золотой директор, бриллиантовый директор, сапфировый директор. До 3 раз в год компания вывозит, не то что вывозит, а приглашает вас на конференции, очень классные, крутые конференции, которые устраивают по всему миру. Да? Сегодня здесь, завтра там, следующая конференция у нас в Анталии, вернее, следующая будет в Валенсии, далее Египет, а потом Турция. Вот, это вот то, что будет в 15-16 годах. Вот, это очень классные мероприятия, очень тоже дорогостоящие такие. Компания тратит серьезные деньги, миллионы долларов на эти мероприятия, чтобы мотивировать своих директоров, да и просто создает очень классные условия для отдыха. То есть отели по 1000 долларов за номер за сутки, знаете, такие вот, такие приятные приятности. Вот. Ну, бизнес передается по наследству, вы уже поняли, да? То есть бизнес можно передать своему ребенку. Поедем дальше. Немножечко затянул я на 200. Как здесь можно зарабатывать? Так, давайте отвечу на вопрос. От чего зависит процентный рост? От количества зарегистрированных под тобой или от товарооборота? И от того, ребят. Вот смотрите, как раз этот слайд, который я сейчас поставил, он отвечает на эти два вопроса. Как здесь можно зарабатывать? Здесь можно зарабатывать, строить свою структуру. Приглашать других людей, создавая свою команду, создавая тут же одновременно товарооборот для компании. Конечно же, товарооборот, вы понимаете, да, что для любой компании что важно? Это товарооборот, правильно? А вот чтобы создать товарооборот, тут нужно пройти уже обучение, да, и создать свою команду, да, создать свою структуру. На это, естественно, потребуется время. Поэтому я вам сказал, сразу придя в компанию, никто вам в ладоши не похлопает, не скажет: супер, молодец, пришел, вот тебе деньги, пожалуйста, сколько хочешь, миллион, набери, пожалуйста, все, давай, зарабатывай вот тебе миллион там. Нет, здесь нужно потрудиться, создать свою команду и создать тут же товарооборот. Это, в принципе, несложно. Да, Наталья, за 9 месяцев можно спокойно выйти на доход и 40 тысяч, но все будет зависеть только от вашей активности, как активно вы будете строить свою структуру, да, и строить свой бизнес. Результаты в команде разные. У кого-то за 9 месяцев нет результата, потому что он ничего не делает совершенно. Или думает, что делать, но привык делать очень мало, да? Кто-то наоборот делает очень много и имеет потрясающие результаты. У нас есть девочки, которые за 7 месяцев выходят на уровень директора, а за 9 месяцев уже первые зарплаты, там, ну, первые поступления на счет до 300 тысяч, да, это директора у нас. Есть такие девчонки, я им аплодирую, они молодцы. Они просто активно занялись развитием своего бизнеса и все это время, 200 дней, да, как мы говорим, 200 дней нужно потратить на развитие своего бизнеса изначально, просто не отвлекаясь, да, как минимум 3 часа в день, но 3 часа продуктивного труда, да, и, в общем-то, все реально, все возможно. Сначала надо раскрутиться, естественно, но у нас раскручиваться, в общем-то, не нужно, понимаете, здесь такой бизнес, что, конечно, я вам даже скажу так, что очень быстрый рост, он неестественен. Понимаете, вырасти-то можно и товарооборот создать большой, а головой-то тоже надо дорасти. Вы же должны обучиться. Представляете, у вас команда, люди с вами. С ними же надо уметь общаться. Если вы не умеете общаться даже хотя бы, да, но этому надо научиться. В принципе, возможности здесь для любого человека. Лидерские качества заложены в каждом человеке. Их нужно просто раскрыть и кое-чему научиться. Вот и, в общем-то, и все. И у каждого по-разному. Каждый по-разному мобилен и коммуникабелен, да, у каждого по-разному мозг работает. Кто-то очень быстро воспринимает информацию, а кому-то 5 раз и 10 надо повторить, понимаете? Вот кто быстро воспринимает информацию и быстро все делает, у того, естественно, и быстрый результат. Но здесь все просто. Но результат все равно будет, ребят, в любом случае. Нет, ребят, я еще не путешествовал с компанией, просто еще не дошло до этого, как говорится. Но вот на Турцию я уже квалифицировался и очень рад, что поеду с компанией отдыхать в такую классную конференцию. Конференция будет и для менеджеров, и для директоров. То есть даже если вы сейчас присоединяетесь к компании, то в 2016 году компания вас с огромным удовольствием отправит на отдых в Турцию. И вы встретитесь там и со своей командой, и со своими директорами, то есть все вместе там будете. Не только для директоров это уже беспрецедентная акция от компании,
первый раз такое, что компания везет и менеджеров. 12-го на встрече буду. Обязательно, Даш. Итак, вы поняли, да? Создавать свою команду, приглашать других людей, строить структуру. Да? Как здесь можно зарабатывать? Прибыль от рекрутирования, прибыль от продаж. То есть, в принципе, здесь можно и продавать, да? Ну, в общем-то, мы этим не занимаемся, но и не запрещено. Каждый выберет для себя путь определенный, да, для развития своего бизнеса. Но, чтобы здесь сделать серьезные деньги, очень-очень важно рекрутировать, очень важно приглашать в команду других людей. Это очень важно. И, естественно, вот на графике показан рост. Как только вы начинаете рекрутировать, рост заработок ваш, да, рост товарооборота очень высок, да, и сразу же эффективен. Если вы просто будете продавать, то, ну, что вы можете продать? Смотрите, ребят, ну, допустим, вы можете, какой товарооборот вы можете создать для компании? Ну, $100 можете же создать, да, можете себе купить на $100 лично, можете. И на 500 можете, правильно, ребят? На 500 же тоже можно купить доллар, ну, на 1000 можно купить, ну, раз в 3 недели на $1000 вы, ну, не потянете, правильно? Поэтому что мы делаем? Мы делегируем, мы создаем команду, и если каждый приобретает для себя продукцию, вы же ходите в магазин, да? Какая разница, где вы будете приобретать? По более с большими скидками очень качественную продукцию или в традиционном магазине дорого и некачественно, да? Разница есть огромная. Разница есть в пользовании, да? Чем пользоваться? Чем себя травить, как говорится? Пойти ту продукцию купить и облысеть, как у меня такое было недавно, ну, до прихода в Oriflame. Или помыть голову классным шампунем, который в два раза дешевле стоит, правильно? И тебе домой еще его принесли. Есть разница? Есть. Ну, вот смотрите, каждый на 1000 рублей купил, дальше буду рассказывать. Да, у вас в команде 1000 человек. Какой товарооборот у вас? Миллион. С этого миллиона сколько вы получите? Минимум 100 тысяч. Ярослав, можно разработать свою методику рекрутирования, вообще можно делать все, что угодно, но мой вам совет, вопрос очень серьезный, да, вы задали, очень хороший, мой вам совет, просто повторите своего спонсора, человека, который растет, который добивается результатов, сделайте так, как сделал он, и не выдумывайте велосипед. Знаете, сколько людей, приходя в компанию, думают, что они самые грамотные, самые умные, все знают причем. И начинают выдумывать велосипед. Их в компании нет сейчас. В компании остаются те, кто растет головой и просто повторяет те же действия спонсоров, о которых им говорят. Ну вот видите, Дарья вот третий раз пытается. Вообще есть такая поговорка, по-моему, в Казахстане где-то. Если ты три раза не был зарегистрирован в компании, то делать тебе здесь нечего, ты еще головой не дорос. Понимаете, это очень важно. Головой нужно дорасти обязательно. Нужно обучиться, нужно классно обучаться, грамотно обучаться и много обучаться. Да? Много читать, много смотреть видео, ходить на такие вебинары. Так. Чтобы существенно увеличить свой доход, формирование команды просто обязательно и необходимо, ребята. Посмотрите вот небольшой маркетинг-план, наши таблицы, да, о которой мы все рассказываем. Вот вначале были вопросики по этому поводу. Смотрите. При достижении вами уровня 3%, вы консультант 3%, товарооборот вашей персональной группы 200 бонусных баллов. Бонусный балл – это внутренняя валюта компании. Вот. Сами понимаете, да, в 67 странах у всех своя валюта, и поэтому для компании удобно расчеты вести в бонусных баллах в своей внутренней валюте. Вот. Бонусный балл примерно 30-40 рублей. Вот такая стоимость. При достижении этого уровня ваш доход 150-250 рублей. Сразу люблю говорить такую вещь. У Алены Родионовой, у нашего классного вышестоящего спонсора, первый доход был 96 рублей. Сейчас это сотни тысяч рублей, прошло всего лишь, еще 2 лет не прошло, как она развивает свой бизнес в продвижении, поэтому судите сами. То есть, соответственно, конечно же, у вас первый доход не будет 100 тысяч рублей, и 10 тысяч не будет первый доход. Для этого нужно потрудиться, создать свою структуру, да, создать свою команду, создать товарооборот для компании. Вот. Но через полгода вы уже начнете ощущать поступление на ваш счет. Консультант 6% – это товарооборот персональной группы 450 бонусных баллов и доход примерно 900 рублей, 1000. Да?
менеджер 9%. Как только вы выходите на 9%, я вышел на этот уровень за один каталог. Вот. Получил сразу премию 1500 рублей. Плюс там зарплата была 1350, что ли, 1400 рублей почти. Вот. Понимаете, да? Доход, товарооборот моей профессиональной группы был более 900 баллов. Менеджер 12%, товарооборот 1800 бонусных баллов, доход 2-3-4 тысячи рублей, плюс премия идет сразу 3 тысячи рублей. Менеджер 15%, товарооборот персональной вашей группы, вашей структуры 3 тысячи уже баллов от 3, да, и выше. И доход уже 8-10-5 тысяч рублей. Там все зависит от товарооборота вашего, вот именно как вы, сколько вы сделаете, какой будет товарооборот. Он может, понимаете, может быть и 3500, да, может быть 4500, но не 5, да, вы еще не менеджер 18%, но зарплата, естественно, не 5 тысяч, уже больше. Менеджер 18%, товарооборот 5 тысяч бонусных баллов, доход от 10 тысяч выше. Премия 9 тысяч рублей. Старший менеджер 22%, 7,5 тысяч бонусных баллов, и отсюда начинается ваш бизнес, ребят. Я всем говорю, что бизнес начинается с 22%. До него нужно быстренько-быстренько доскакать, как угодно, всеми правдами и неправдами, обучаясь, честненько, спокойненько, особо не напрягаясь, выйти на 22%. Отсюда начинается бизнес, отсюда вы уже будете видеть новые горизонты, да, в компании. И у вас уже будет структура и команда. Вот. Доход там уже от 20 и выше, и премия первая 12 тысяч рублей, да, там будет со старшего менеджера. Это вот такой вот основной маркетинг-план. На самом деле маркетинг-план немного сложнее, в него нужно вникнуть, его нужно изучить, его нужно понять. Вот. Он не до всех сразу доходит полностью. До меня вот доходило долго-долго, да еще тоже не все дошло, еще не все знает точно. Вот. Но и не страшно, в принципе. По мере роста информация приходит, и она усваивается. И также, в чем суть бизнеса, ребят? В общем-то, рассказал о том, что создаем многомиллионные товарообороты, учим других делать то же самое, не занимаемся никакими продажами, никаких вложений, продаем возможность построения бизнеса. Рассказываем людям о возможностях нашей компании. Вот, в принципе, и есть суть нашего бизнеса. Учимся сами, обучаем приглашенных партнеров. Рекомендация, да, что нужно сделать и что, в принципе, необходимо сделать, это поменять традиционный магазин, где вы приобретали раньше ту же самую продукцию, да, средства личной гигиены, шампуньки, мыло, зубную пасту. Просто ставите крестик на этих магазинах, не даете далее богатеть тем дядям, которые держат этот магазин, а приносите эти денежки в свой магазин и богатеете сами. То есть, плюс, конечно, пользуйтесь всеми привилегиями и серьезными процентными скидками. Да, от 18% как минимум после регистрации у вас дисконт пожизненный 18% в компании. Это уже экономия для средней семьи, допустим, да, российской, которая минимум в месяц тратит от 2000 рублей на покупку вот средств личной гигиены. Так что это в любом случае экономия, как минимум. Так, Андрей, что я сделал, когда только зарегистрировался? Поделиться советом. Во-первых, я начал вникать в суть бизнеса и изучать. Да? Начал теребить своих спонсоров безостановочно, задавать им все вопросы, которые у меня были в голове. Сразу же пошел ко всем вышестоящим спонсорам. Нашел тех, кто отвечал на мои вопросы. Это первое. Тут же одновременно я начал много рекрутировать, очень много рекрутировать. Я стал приглашать в свою команду много-много-много людей. Конечно же, я был совершенно не образован в плане сетевого маркетинга, сетевого бизнеса вообще, да, но постепенно я обучался. Если у меня возникали сложности, я задавал вопросы, опять же, своим спонсорам и порой даже просто шаблонами отвечал на вопросы людей, которые также ничего не знали об этом бизнесе. То есть я начал рекрутировать очень много и рассказывать о возможностях компании очень большому количеству людей. Вот, в общем-то, и совет мой. То есть
Поначалу вам нужно сразу начинать много приглашать в этот бизнес людей. Очень много. Чем больше пригласите, тем качественнее и быстрее будет развиваться ваш бизнес. То есть, да, действительно, от этого очень много зависит от рекрутинга. Но я вам и сказал, что на продажах здесь ничего не сделаешь. Чем больше народу в вашей структуре, тем ваш бизнес стабильнее, прочнее и высокодоходнее. Наталья, ну раз 100 минимум объявлений отправляете, значит это мало. Попробуйте сделать 300 минимум объявлений, а может быть 500. Ольга, ограничения у вас в голове стоят, поверьте мне. Как много приглашать, если везде ограничения? Ограничения только в голове. Ограничений никаких быть не может в принципе. У нас нет ограничений, мы свободные люди, мы можем делать все, что угодно. Если вас ограничили в какой-то одной соцсети, пойдите в другую соцсеть. Если вас ограничили там, пойдите в другую. Или задайтесь вопросом, почему вас ограничат, обойдите блок. Знаете, у нас проходит обучение каждый день. Как рекрутировать? Люди рекрутируют очень много людей, да, ежедневно присоединяются в команду сотни людей. Поэтому, если у других получается, у вас нет, я скажу так, просто мало действий. откликов в день, Максим, да? Наталья, извините. Вы пишете 400 откликов в день, вы за 5 месяцев директором станете минимум. Сергей пишет, есть ли необходимость создавать свой сайт? Я создал свой сайт сразу. То есть я не стал пользоваться блоком, я сделал сайт. Но в принципе и блок работает, так что смотрите, кому как удобнее. Если тянете, делайте сайт, не тянете, делайте блок, он бесплатен. Сайт тоже в принципе первое время бесплатен. Доски объявлений, ребят, это вебинары отдельные, я не буду сейчас углубляться и советовать вам доски объявлений. Доски объявлений любые, пробуйте, смотрите вебинары по рекрутингу, которые проходят в 6 часов практически каждый день. Да, они есть в записи, их очень много на YouTube. Просто пишите вебинар по рекрутингу, допустим, ВКонтакте, да, или в Одноклассниках. И изучайте, и делайте то же самое. Конечно, и спонсора попросите, вам дадут очень много ссылок. Ладно, поехали дальше. Пишите пока вопросы, буду проводить дальше. Ребят, конечно же, на вопрос, где брать людей, многие задают такие вопросы. Где брать людей? Вот сейчас же тоже. Как рекрутировать? Основные соцсети, это у нас ВКонтакте и Одноклассники, да? Хорошая доска, это Авито, раскрученная. Я на Авито, в общем-то, вышел сразу на 9%. Очень удобно было мне там рекрутировать. Сейчас рекрутирую немного меньше. Это соцсети, это друг вокруг. Чего я вам не советую, конечно же. Не тот контингент там, тоже ухожу оттуда. Вот. Ну, самый лучший рекрутинг, самые хорошие люди для нашего бизнеса, они находятся в соцсетях. Посмотрите вот по статистике, слово «работа», если задать в Яндексе, сегодня сделал слайд, да, видите, последнее обновление 8 числа. Вот. Что искали, да, сколько искали человек? 44 миллиона. То есть, если сделать небольшие подсчеты, то в день примерно 4 миллиона человек ищут работу. Вы спросите, где ваша команда, где брать людей? В интернете. Их 4 миллиона каждый день, причем они свежие. Да, допустим, даже миллион свежих. То есть, 3 миллиона там уже 5 дней ищут одну работу, да, и они в этом списке. А 1 миллион это те люди, которые пришли сегодня. Они еще не знают о возможностях нашей компании. А вы им расскажите. Расскажите, и они пойдут с вами. Те, кто поймет о этих возможностях, они с вами останутся и пройдут весь этот несложный путь, в общем-то, до директора и будут в вашей директорской команде. Как вы объясняете новичкам, что нужно делать сразу заказ? Мария, я особо, в общем-то, новичкам не объясняю, что нужно делать сразу заказ. Новички должны понять, если новичок пришел к вам, мы же никого не уговариваем прийти сюда и сделай заказ. Я, понимаете, я пришел в бизнес, я по себе просто расскажу, и вы поймете, как, в общем-то, объясняется, да? Я пришел в бизнес, понял, что я ничего не понимаю, что мне нужно много-много учиться, но понял одно, что мой спонсор понимает все. Мой спонсор знает все в этом бизнесе, а мой спонсор уже доросший головой и имеет очень серьезный результат, и я просто его слушал. Если мой спонсор сказал мне сделать 100 баллов, я делал 100 баллов, первые три каталога. Если мой спонсор сказал мне делать 150 баллов, я даже не вникал, зачем я делал 150 баллов. Вот знаете, вот так, в принципе, вот такие люди становятся директорами и вырастают. А если
ваш новичок начнет давать вам возражения. О, это вложение. То есть, это значит, что он не разобрался, это значит, что он не вник в суть бизнеса. Ему нужно либо помочь с этим, да, разобраться, либо не помочь. Это все от вас зависит. Итак, поехали дальше. Где брать людей, вы поняли, да? Андрей, я делал свой личный товарооборот. На самом деле, первые заказы сделать сложновато было, потому что нужны были средства, да, а мы все приходим в компанию не от хорошей жизни, у некоторых просто нет денег, люди ищут работу для того, чтобы сейчас заработать, правильно? Но многие понимают, что деньги не только сейчас и сегодня будут нужны, они будут нужны и через полгода, и через год. И тот, кто вот именно в этот момент понял, что в принципе и через год у него будет такая же ситуация, он будет также искать работу, возможно, скорее всего, да, чтобы заработать сегодня, а полгода назад у него была возможность, он ею не воспользовался и не сделал. Вот такие люди, они в принципе останутся с вами. И я делал свой товарооборот не напряжно. На самом деле я музыкант, я работаю в ресторане. До сих пор еще в ресторан хожу, пою по выходным. И в принципе моя зарплата позволяет мне самого себя содержать и свою небольшую семью. Да, и плюс сделать необходимый товарооборот личный. Но следующий вебинар будет по товарообороту, я вам все расскажу. Как я делаю сейчас товарооборот, какой у меня товарооборот и в принципе как его сделать легко для тех, у кого денег нет. Отлично, значит, мы единомышленники с вами, Андрей, раз вы тоже музыкант. Давайте, времени осталось мало, пробежимся дальше по слайдикам. Правила 3П запоминайте, это очень важные правила. Что здесь нужно делать? Если вы будете выполнять эти правила ежедневно, результат не за горами, результат вас посетит скоро. То есть, посещать обучение онлайн, то, что вы сейчас делаете, ребята. Приглашать людей, находить их в соцсетях, покупать продукцию для себя по мере возможности. Я пою, Дарья. Еще как пою. Запоминайте три правила. Правило 3П называется. Посещать обучение онлайн, приглашать людей, покупать продукцию для себя. Выполняйте эти правила, и у вас в структуре все хорошо. И также передаете эти правила своим новичкам. Если ваш спонсор мало знает, Елена, обращайтесь к вышестоящему спонсору, который знает много. Как минимум у вас над вами 10 человек есть вышестоящих активных спонсоров, которые уже давным-давно много-много чего знают и с огромным удовольствием поделятся своими знаниями и с вами тоже. Откуда берутся деньги? Ребят, вы уже поняли, да, с группового товарооборота. То есть каждый партнер делает свой личный товарооборот. Кто-то на 500 рублей, кто-то на 1000 рублей приобретает раз в каталог, да, кто-то на 6000, потому что у людей возможности разные. К нам приходят не только люди без денег, приходят и директора предприятий, да, развивать свой бизнес. Потому что неважно, в каком статусе вы были в традиционном бизнесе, в нашем бизнесе вам в любом случае нужно пройти с 0% до 22%. И люди разные, да, и по-разному делают. Вот для тех, у кого с финансами туговато и слабо, следующий вебинарчик, да, как провести, как создать свой личный товарооборот, я вам расскажу. Оля, спасибо. Откуда берется товарооборот, ребят? Каждый приходит в команду, строит свой бизнес, делает свой личный товарооборот. Моет себя, моет родственников, да? Такая фраза, которую лучше зачитать прям. То есть мы моемся с вами, моем своих родственников. В общем-то, вот ваш товарооборот. Вы в любом случае пойдете в магазин. Если ваши консультанты не приобретают продукцию в компании Oriflame месяц-два, значит, они приобретают в другом магазине. Будьте уверены, не может быть такого, чтобы человек не мылся. Правильно? У каждого еще есть дети, в основном у многих, да, есть родственники, они же моются. Нужно просто рассказать им о возможностях, да просто предоставить скидку своим родственникам, допустим. На помоги очень хорошо приходят, да, я буду рассказывать на следующем вебинаре. То есть способов и фишек сделать личный товарооборот множество. И не то, что не понимаю, а не верю тем людям, которые говорят, я не могу. Не можешь, значит не хочешь, значит просто не делаешь. Нужно делать, каждый день делать. Крайне нелогично ходить к конкуренту, как я вам сказал, да, ходить в традиционный магазин и отдавать туда свои кровные заработанные деньги, не имея никаких ни бонусов, ни подарков, ни уж тем более путешествий, зарплаты, товарооборота, бизнеса вашего, да, и придите к дяде и скажите, я вас уже тут 5 лет покупаю шампунь, давайте-ка по наследству передадим этот бизнес мой. Куда вас пошлют, вы поймете, да, ребят?
Итак, с чего начать? Кто из нас новички сегодня, из вас, да, пришли к нам? Смотрите, первым делом пишите человек, который вас пригласил сюда на вебинар, да? Получаете от него пароли, инструменты, ссылки, начинаете обучаться и расти. Обучение у нас, как я уже говорил, 7 дней в неделю, бесплатно, в режиме онлайн. Ну и такой лозунг, да, на слайдике. Наша работа — сделать из вас профессионалов. И это выгодно всем, да, у нас взаимовыгодное сотрудничество. Мне выгодно сделать профессионалами своих консультантов, и чтобы они меня обогнали. Понимаете, они меня обогнали в результатах. Вот где вы еще такой бизнес найдете? Где вы еще увидите такой бизнес, найдете, где под вами ниже стоящий человек, да, в структуре, в какой-то глубине, делает результаты круче, чем вы, вот, и при этом вы довольны. На любом традиционном бизнесе или где-то на наемном труде это, скорее всего, кандидат на вашу должность. Правильно? А в нашем бизнесе это суперлидер, которому в ладоши можно похлопать. Знаете, к Тамиле Полежаевой как-то подошел человек. Тамила Полежаева — это топ-лидер один, да, компания Reflame в России. Вот. Подошел человек и сказал: «Тамила, я вас обгоню». Знаете, что она ответила? Она, ни секунды не подумав, повернулась и сказала: «Чем я могу вам помочь?» Вот это запомните. Я на 18%, да, Дарья, сейчас. Чему вы будете обучать и обучаться? Приглашать, сопровождать партнеров. Как правильно это делать, мы вас научим. Коммуницировать информацию, чтобы вас понимали. То есть формулировать грамотно, да, вы будете понимать, как вы поймете наконец-то, что от количества и качества выдаваемой вами информации зависит ваш бизнес, зависит развитие вашего бизнеса, и вы научитесь это делать грамотно. Финансовой грамотности. Дима и Гармин проводят у нас классные вебинары по финансовой грамотности. Это очень актуально на сегодняшний момент, да, вот при таких вот российских кризисах. Далее, работа с возражениями. То есть, ребят, на любой вопрос вы найдете ответ. Он у вас в голове уже будет, потому что вы будете обучаться. Этому мы тоже обучаем. Если вам скажут: не-не-не-не-не, это не мое, я самый специализированный специалист, вот, вы будете знать, что сказать человеку, потому что человек просто не знает о возможностях. Их нужно грамотно, грамотно рассказать. Если вы придете и скажете: ребят, я консультант Oriflame, приходите все ко мне в бизнес, это классная тема. Вас сразу втроем, дружно там и пошлют на... Вы сами знаете куда, да, там подальше. Здесь нужно очень... Почему так происходит, да? Знаете, вообще в Европе, в Штатах сетевой бизнес — это очень уважаемый бизнес. Люди, которые занимаются этим бизнесом, очень уважаемые люди, они богатые люди. И к сетевому бизнесу совсем другое отношение. Но здесь, в России, да, сетевой бизнес, он преломился от российский менталитет, от менталитета российских людей. Вот. И поэтому он таким вот образом выглядит, как цыганско-мошеннический какой-то, да? Но это только для тех людей, которые ничего не знают про этот бизнес. Естественно, это состарелые стереотипы, и как с ними бороться, и как работать с этими возражениями, вас здесь научат. Здоровый образ жизни, ребят, тут без этого тоже никуда. У компании есть линейка продукции, называется Wellness. Это супы, коктейли, тоже разработанные гениальными людьми. Будем рассказывать на вебинарах про это, да, если сами хотите, изучите сами все это дело. Так, давайте посмотрю вопросы, пока они убегают. Наталья, скажите, всем в итоге придется проводить вебинары или нет, да? Все будет зависеть от вас. Если вы захотите проводить вебинары, вы будете проводить вебинары, не захотите — не будете. Здесь никто никого не тянет. Но, знаете, я так понял, я всю жизнь на сцене, для меня это несложно. Быть на публике для меня естественно. Вот. Для кого не естественно, этому тоже обучаем. Да? Я, допустим, своих консультантов обучаю очень мощно, очень классно выступать на публике. И они, как после первого выступления, вы сами захотите, вы будете проситься: дайте мне еще, пожалуйста, выступить, я хочу. Когда ваш страх, вот эта стенка разобьется, да, если он есть. Но это отдельная тема на самом деле. И когда придет момент вам выступать, поверьте, вы будете бежать впереди всех и говорить: я, руку тяну, дайте я выступлю. Поверьте мне, потому что ваш мозг будет накачан таким количеством, ну, классной информации, что вам захочется поделиться с другими людьми.
Дарья, я про это сейчас сказал. Если вы боитесь на публику выступать, мы вас научим. Это совершенно не страшно. А вот наоборот, выступать на сцене и проводить вебинары, да, Наталья, намного проще. А вот на сцене выступать, это, как говорится, офлайн, да, выступать на сцене в открытую, да, перед людьми, это намного страшнее для людей, чем просто проводить вебинар дома вот по камеру, на камеру на компьютере. Так, команда образования, да, я вам говорил, что вы научитесь образовывать свою команду, собирать людей воедино, да, единомышленников своих. Ну, в принципе, всему этому мы обучаем. Обучать будет ваших новичков наша команда, всех, кого приведете, мы будем обучать и вас, и ваших людей, да, пока вы не наберетесь информации и не начнете делать то же самое. 24 часа в сутки, в принципе, у нас есть скайп-чат, это рабочая наша тема. 6 простых действий. Размещаем вакансию, даем информацию о бизнесе, регистрируем в команду, даем доступ к обучению, вместе с новичком обучаемся, он делает то же самое, доводим до дохода 40 тысяч рублей в месяц, берем следующего. Итак, столько раз, сколько вам будет угодно. Да? 24 раза, 24 команды бриллиантовых, и вы бриллиантовый президент с обалденной зарплатой. Там миллионы. Что получим в результате? Да, я говорил, ребят, уже просто еще раз слайдик ставлю. 1000 человек делает товарооборот, то есть моется сам, да, моет своих родственников по 1000 рублей, совершая регулярные покупки в интернет-магазине, в своем интернет-магазине, где, в принципе, вы сам хозяин и директор, да, в вашем, там вся логистика, там вся бухгалтерия. Доход ваш примерно 100 тысяч рублей каждые 3 недели. Выйти на миллионный доход, да, вот как видите, 1000 человек, 1000 человек по 1000 рублей, это 1 миллион рублей товарооборота. За полгода спокойно организовать можно при желании. Кто-то раньше, кто-то дольше, да, это делает. Все зависит от вашей активности. У нас есть способ регистрации, он называется морковкой. Обязательно обратитесь к спонсору, я заострять внимание на нем не буду, но только этот способ дает нам быстрый карьерный рост и отличный доход. Других способов не приемлем, и всем говорим, ребята, по-другому не регистрируем. Если мы заметили, что идут другие регистрации, человека нужно поправить, объяснить, рассказать, потому что, скорее всего, он не понял систему, не понял, как растет структура и как ее строить. Это очень важно, да? Вдаваться сейчас в подробности не буду, я уже затянул по времени. Кто вам будет помогать? Компания-производитель, смотрите, какие предоставляют нам ресурсы. Два глобальных международных сайта. Они на разных языках. Один, скажем так, VIP-сайт, один основной сайт для работы. Но очень крутые сайты, в них вложены серьезные деньги, да, миллионы долларов. И они работают прямо на ура, эти сайты, потому что пользуются этими сайтами миллионы людей. Сайты уже практически не висят, раньше какие-то были проблемки, сейчас уже совершенно проблем никаких нет с этими сайтами, они работают классно, сделать заказ очень легко, все просто, все доступно. Логистика, представляете, да, сколько денег уходит на логистику, если в традиционном бизнесе работать? Аренда помещения, зарплаты, доставка, хранение, представляете, да? Это все берет, это всю головную боль компания берет на себя. Бухгалтерский учет компания тоже берет на себя. Ответственность за продукцию тоже компания берет на себя. И плюс еще компания всевозможными методами стимулирует развитие своих лидеров. Я вам говорил уже про подарки, про бонусы, про поездки, про акции расскажу сейчас. Вот. Это очень важно. То есть у вас голова не болит, в общем-то, ни о чем. Вы создаете свою структуру и создаете товарооборот. Все остальное компания берет на себя. Я вам вначале показывал небольшую таблицу, маркетинг-план. Помните там, да? Вот эта лестница, это программа Турборост, она так называется, стимулирующая программка. В итоге от менеджера 9% до старшего менеджера 22% компания, плюс ко всем выплатам, которые уже будут вам начислены, бонусами еще выплатит вам 35 тысяч рублей, 31 500 рублей. Все, затроил. Вот. Это такой вот бонус от компании. И бонусов от компании очень много на самом деле. Программа лояльности тоже для тех, кто... Ну, это, в общем-то, такая стимулирующая программка, где практически бесплатно можно брать продукты за те баллы, которые будут копиться. То есть, если вы приобрели продукцию на 200 баллов, то автоматом у вас еще и 200 баллов лояльности. И на эти 200 баллов вы в следующем каталоге можете выбрать, допустим, вот наборчик такой-то за плюс
который там стоит 1500, 1200, да, за 200 рублей можете купить. А можете взять что-то вообще и бесплатно, да, вот, допустим, слева внизу видите. То есть такие там продукции, такая продукция есть. Можете там помаду, крема и все что угодно. Причем продукция классная и бесплатная. Да, это еще одна из программ, стимулирующих от компании для своих консультантов. Очень две классные программки, вот до них дошел. Ребят, скажите, какая компания за год сотрудничества с ней предоставит вам возможность приобрести автомобиль и плюс за этот автомобиль еще будет уплачивать деньги? Будет вам уплачивать до 9 тысяч рублей в месяц. Классно, да? То есть примерно через год, то есть по достижению уровня директора вы начинаете получать $1000 вознаграждения, 70 тысяч рублей, а также доступ к бонусной программе финансовой на покупку автомобиля. Можете его брать, можете не брать, но деньги все равно вам будут платиться. Да, как будто вы его взяли и как будто вы за него рассчитываетесь в любом случае. Далее, вы развиваетесь, выходите на следующий уровень. Какая компания вам предоставит жилье в кредит и будет за него уплачивать деньги? Вы знаете такую компанию? Напишите мне, пожалуйста, я поинтересуюсь, как там у них, что за маркетинг-план. Я таких компаний пока не знаю. То есть примерно 24 тысячи в месяц компания готова выплатить вам за жилье по достижении уровня золотого директора и выше. Это реально сделать за 1.5 года. Какая компания за такой короткий срок предоставляет такие бонусы? Это вот шоколадные плюшечки, о которых я вам, в принципе, говорил в начале, да, до которых мы сейчас дошли. То есть, не буду я вдаваться в эти... Да, вкалывать надо, но не на производстве. Здесь нужно просто пахать, как говорится, да, пахать на себя. А я думаю, это намного эффективнее и намного приятнее, чем делать это на дядю, потратить столько же времени, сил, здоровья, времени особенно. Вы представляете, время это золото для нас. Потратить на человека, который разбогатеет. Какой-то анекдот такой недавно слышал. Директор подводит своего самого классного сотрудника к окну и говорит: видишь, вон там, на том холме, поляна, да, на ней ничего нет, вот вижу. Он говорит: вот если ты в этом году потрудишься еще лучше, то в следующем году там будет стоять дом, где будут играть мои дети, я там построю себе дом. Понимаете, да, о чем речь? То есть, ребят, работайте на себя, хотя не люблю такое слово, работайте. Занимайтесь тем, что приносит лично вам прибыль, не надо... Ну, конечно, если не хватает головы, то можете идти на наемный труд, никто вам не запрещает. Это намного проще и спокойнее, чем развивать свой бизнес, скажем так, с компанией Reflame, команде продвижения. Но мы ищем не только лидеров. Понимаете, лидерские качества, они в каждом человеке есть, их нужно только развить. Если вы чувствуете в себе силы и потенциал, то вам прямо сейчас к нам. 6 обучений по рекрутингу. Нет, сегодня 6 обучений. Сейчас я начну вебинар прямо сразу сходу по личному товарообороту. Да, перерыв делать не буду. Так что, в принципе, ребят, или хотите, напишите, сделать перерыв на 5 минуток или нет, или не делать перерыв. Потому что 10 минут назад я должен был начать вебинар по личному товарообороту. Не делаем, да? Хорошо, я понял. Ну, большинство сказало нет, поэтому продолжим. Давайте я закончу тогда с этим, что у нас здесь происходит. По автомобилю с квартирой вы поняли? А еще есть программка «Добро пожаловать в Oriflame». Стандартная такая программочка. В принципе, по ней я и пришел в компанию. По ней я сразу начал делать 100 бонусных баллов. И нет, первый мой заказ, я обманываю вас, первый мой заказ был всего лишь 600 рублей примерно. То есть я там еще не понимал, что я хотел посмотреть, как это все выглядит. Как это все выглядит, как доставка, какая продукция. И там заказал какую-то водичку, еще что-то там заказал для себя лично, да, попробовать. Просто сходить в СПО, посмотреть, что такое СПО, как это все происходит. Вот. А потом уже я начал делать по 100 баллов суммарно каждый каталог. Вот. Далее я стал делать по 150 баллов. А каждый каталог, первые три каталога я сделал по 100 баллов и потом по 150. Да, это были мои условия на зарплату, и я ее, в принципе, получаю, буду получать, и никуда не денется. Еще раз говорю, наша работа сделать из вас профессионалов. Обучение у нас проходит 7 дней в неделю бесплатно в режиме онлайн. Да, если кто не... У нас есть такой вот коуч-центр обучающий, такой сайтик, куда вы приходите, и у вас все по шагам здесь расписано.
вам даются пароли, ссылки, да, нажимаете на вкладочку «Новичок», вводите пароль и изучаете 6 шагов, да, выполняете их, и дальше вопросы в чате уже в нашей рабочей среде. Да, 100 баллов примерно 4000 рублей в среднем. Итак, подтвердить электронный адрес. Да, нужно повторять друг друга, это обязательно. План работы таков. Подтверждаем электронный адрес в письме от компании, смотрим записи вебинара или приходим на вебинар онлайн, знакомимся с командой, через Skype встречу с менеджерами, да, активируем свой личный кабинет на сайте Oriflame, размещаем заказ, если сложности, то написать спонсору, да, но первый заказ всегда делайте со спонсором, это очень важно, потому что есть небольшие нюансы, чтобы вам на лишние денежки не попадать, каталоги отменить, правильно продукцию выбрать, вот, делаем все по инструкции для новичка, да, которая была, вот, слайдики были раньше, добавляемся в Skype-чаты, и подписаться на рассылку от вышестоящих спонсоров по команде, да, чтобы получать всю необходимую информацию. Ну, в общем-то, я заканчиваю вот этот вебинарчик. В чем смысл бизнеса? Подытожим. Создать большую организацию потребителей, где каждый будет покупать себе продукцию компании. Именно по мере необходимости, да. То есть меняем магазин физический на магазин онлайн. Откуда здесь берутся деньги? Деньги берутся с покупок людей из группового товарооборота. Что нужно делать? Это основное, да, рассказывать людям о всех возможностях нашего бизнеса и организовывать поток людей на презентацию. Да, вот как вы сейчас сделали, вы пришли, привели своих новичков. В принципе, что и происходит. Я, если вы не можете, да, пока еще нет информации достаточной, я это делаю за вас, обучаю ваших новичков, пока вы не научитесь делать то же самое. Что получим в результате? Постоянно растущий доход, который передается по наследству. Качественную продукцию, возможность путешествовать, быть материально и территориально независимым. В курсе, да, что наш бизнес можно вести, в принципе, из любой точки мира, где есть интернет. Главное, чтобы был интернет, главное, чтобы был компьютер, ноутбук. Некоторые даже с планшетов работают, у них получается. То есть захотели, поехали на Кипр, захотели в тайгу, поехали. Неважно, где у вас будет интернет, и главное, чтобы вы работали. Да. То есть с любой точки мира. Как успешно стартовать, слушать спонсора, делать все по инструкции. Не изобретать велосипед совершенно здесь не нужно. Я уже сказал в начале, да, потому что те, кто начинает изобретать велосипед, тратят очень много времени, и, в общем-то, рост замедляется, да, развитие бизнеса своего замедляет. Здесь до вас все промониторено, все придумано, продумано. Понимаете, на самом деле очень много сделано нашими вышестоящими спонсорами. Очень много воды ненужной убрано, да, остались только самые сливки. Просто мы берем эти сливки, эту информацию, эти инструменты, ими пользуемся и делаем результаты. Ну, в принципе, и все, что я хотел вам рассказать сегодня, ребят. Вебинар был о возможностях в нашей компании Oriflame. Следующее, о чем я хочу вам рассказать, это о том, как делать свои личные баллы, свой личный товарооборот. Конечно же, вопросы будут, зачем его делать, как его делать, да, кто из новичков еще не знает, буду рассказывать сейчас. Так, запись надо отключить.